Магаданский театр в преддверии Международного женского дня присоединился к всероссийской акции «Шляпная провокация». Зрительницам предложили прийти в театр в головном уборе. Мастер по изготовлению шляп рассказывает, что на одну такую требуется в среднем около 3-4 дней. В декоре используются перья, шелк, цветы, вуаль. Ручная работа кропотливая, но интересная. Целый спектакль, который я делала от самого начала и до конца, и там было очень много головных уборов, именно женских, вуалеток, типа вот моей, то, что у меня сейчас на голове. Это у нас «Королева Чардаша». Был очень большой спектакль, мы очень много работали, была хорошая художник приезжала, и мы плотно с ней работали, и получился очень большое количество шляп, и они все красивые, и их все можно вот прям вот на показ выставлять. Каждая зрительница, которая пришла в шляпе, получила комплимент от театра, бесплатное посещение спектакля «Бабий бунт».